Видео подготовлено сайтом onlinegdz.net. Всем привет! Рассмотрим с вами задание из учебника математики 6 класс, авторы Мерзляк, Полонский и Кир, под номером 1166. Нас спрашивают, сколько процентов число 4 составляет от обратного ему числа. Давайте запишем слово решение, потому что это у нас с вами задача. И первое, что нам нужно выяснить, это какие числа являются обратными. Обратными являются числа, произведение которых равно одному. Для четырех обратным является число 1/4. Или если записать с помощью десятичной дроби, это будет 0,25. И тогда составим с вами краткое условие. 0,25 это число составляет 100%. А вот сколько 4 составляет от 0,25, неизвестно процентов. И чтобы не ставить знак вопроса, давайте мы с вами введем переменную. Пусть 4 составляет 0,25% от 0,25. Тогда составим пропорцию. Итак, отношение, которое нам покажет, какое число составляет 1%, это 0,25. Нужно разделить на 100. И то же самое, какое число составляет 1%, чтобы узнать, нужно x. Нужно 4 разделить на х. Ну и поскольку эти отношения равны, то вот у нас и получилась пропорция. Теперь воспользуемся основным свойством пропорции. Оно гласит, произведение крайних равно произведению средних. Произведение крайних у нас 0,25 умножить на х. То, что при прочтении пропорции мы называем на первом и последнем месте, это и есть крайние члены. А средние – это те, которые посерединке. Это у нас 4 умножить на 100. Ну и теперь мы с вами знаем, чтобы нам получить результат, можно правую и левую часть разделить на одно и то же число. И тогда 0,25х. Это равно 400. А чтобы найти х, нам нужно с вами 400 разделить на 0,25. Чтобы разделить на десятичную дробь, нам нужно и делимое делитель умножить на 100. Тогда мы передвинем запятую на два знака. И это будет 40 000 мы разделим с вами на 25. Мы знаем с вами, что если мы 100 с вами разделим на 25, это будет 4. А 400 разделим на 25, это будет 16. Это мы с вами 400 разделили на 25. И еще у нас 2 нуля. Итак, мы получили 1600. Теперь вспоминаем, что же такое у нас было х. Это число процентов, которое составляет 4 от числа 0,25. Итак, мы можем с вами записать ответ. 1600% составляет
4 от обратного числа. Все, мы справились с вами с заданием. Если вам понравилось наше видео, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Если остались вопросы, задавайте их в комментариях к этому видео, а также заходите в наши группы в соцсетях.